Так, ну ладно, пошли, N204. Ты в отпуске? Кайф. Тогда с этим поздравляем. Отпуск — это приятно. 204. О, хасап — это тоже приятно. Второй хасап подряд. СР3. СРР. 4 красных. Д1. Кажется, Д1 где-то был у нас. А давно был. Мясо и Д1. Так, скорость 1.14, дамаг 3.65. Рза 2.18. А, я помню, что я забыл. Забыл цели сюда переставить. Думаю, что-то как-то что-то не хватает в этом файле. Так, там ставка была, да? Ставка 5.90. Близко было, близко. Но все же, видимо, это выигрывает. Но было близко. Так, тринкетов нет. Интересно, айтем. Опа. А это забавная комбо. Это очень забавная комбо. Я это не могу есть. Я это не могу есть. Что-нибудь другое потом найдем. Это очень смешной старт. Осталось найти правильные таблетки. И в идеале найти бомбу. Спасибо за ресурс, Сыктывкару. Спасибо за 28 месяцев. Да, ХП вниз дает дамаг, но... Что-то ХП вниз неохота прожимать просто так. Дороговато, наверное, будет. Самый душный комнат, а здесь DPS плохой. У меня DPS уже неплохой. Дамаг хотя бы средний. Просто все засирает обычно пауками. Иди отсюда. Ладно, это я съем. Стандартная скорость, окей, меня пока устроит. Без красных будет просто I found pill spawn. То есть просто не будет эффекта, считай. Ничего делать не будет. Джокер. Это же пургатория, может, того не стоило. Ну ладно. Заодно ХП, в принципе,
Это хороший айтем, наверное. Стартовые. Этим можно пользоваться. Шика в магаз зайдем. Питак есть. Ну, если будет квартер, тогда возможно заберу. Квартера не будет, тогда плевать, заберу просто синее. А, я же хотел забрать этот, господи. Хотел по шипам пройтись. Хотел забрать хостхед. Забыл бы. Так бы сейчас и ушел. 5 минус скорость. А, ну ладно, все нормально. Все равно откроем. Слушай, я походу беру стоп-вотч. Тогда я без синего остаюсь. Блин, а синее тоже бы хотелось. Ну ладно, наверное, пофиг. Speed down. Тогда могу позволить. Блиц-брелок. Он экспериментал дает, я не хочу экспериментал ловить. Это раз в 1000 лет. Не знаю. Там два шприца хороших, да, по сути? Типа синтол и гормона, наверное. Остальное плевать. Не знаю. Мне это чем-то сильно полезно, по-моему, не кажется. О, терза, отлично. Выберем синее. Ну, по итогу все взял, повезло. Реально хватило. Блин, еще бургатория все же хороша, наверное. Так это и плохо. А я тоже. Thanks for good luck. Yo, tainted lost tricks going. Не фон ромс. Rebuild I die, rebuild I die. Well, the circle of life, man. Circle of Tainted Lost. Especially. That's how it goes. We can't have like six that goes forever on Tainted Lost. I remember like Lars had like fucking 3 years streak on Eden or something, or almost 3 years, like 3 years long streak, like without deaths. It's actually insane if you think about it, like 3 years without dying. Something Tainted Lost can never break. 3 days maximum, maybe 3 weeks, I guess. Like, depends on how slow you play, I guess. But still. Ah, у меня уже Крампус. I can't go. That's like 2 years streak as well. He actually did 1000, I think, lately. Anvil with his Chaos Order streak, which is pretty insane as well. I think it's a 3000 streak in history. Maybe like 4000 streak. If you like don't count Sinvicta, lol. Which is still pretty crazy, I guess. Yeah, he's playing like Chaos like as a story item. So yeah, so he gets like normal start plus Chaos. So it's 3 item start. And he takes every item he gets.
Except trainer, I guess. I think he doesn't take trainer if he gets it. Only exception. I think. I can't really catch his streams mostly. Been a while. But TBH, Chaos streak seems like easier than normal streak now. Chaos got so much better in Repentance, it's actually crazy. So I'm not even sure like if it's better or worse doing like Chaos. It's better for viewers, I guess. Like more fun. You see like more random shit every run. But I don't think it's actually harder to play Chaos now than non-Chaos. Смешно. Комбо. Chaos actually pretty nice now. Even I take Chaos sometimes. The sun. Like back in Afterburst Plus, Chaos was dog shit. Almost every time. Like the only way to make Chaos good, like back then, only you had like some restock machine, I guess, in couple shops. That was the only way to make it worthwhile. And even then you can still get fucking bomb items, like all of them in one run, nothing else. It was pretty disgusting. Да, я не потрогал это, правда, сейчас потрогаю. Yeah, Chaos would take for Vitas, yeah. That's a fact. If you have like Vitas, you take Chaos. All fucking time, like every fucking time. Поменяли. Не знаю, как это объяснить. Как я это понял, что раньше, короче, есть айтемы, которые есть во многих пулах, да? Какая-нибудь там книжка, да? Например, она там в пуле есть, там, не знаю, там румы, в пуле дьявола, в пуле там библиотеки. Еще в какой-нибудь пуле. И в итоге ты из-за хаоса видишь ее в 5 раз чаще, чем все остальное. Типа так. Ну, как будто. Так оно, типа, функционировало. То есть айтемы, которые имели какой-то оверлэп по пулам, ты из-за этого мог их чаще видеть, чем айтемы другие. Поэтому там была куча частей гапи часто, части гапи находил, всякие бомбы находил часто. Потому что они тоже бывали, типа, это, в разных пулах. Ну хотя бомбы, на самом деле, там даже не знаю. Ну хотя нет, там какие-нибудь кёрс-бомбы, там они могут быть в кёрсе, да, в сундуке, еще где-то могут быть. То есть там тоже, когда как. Бомбы — это мистика. Потому что там, по-моему, не все айтемы где-то, кроме вообще, типа, обычного айтем-пула есть. Но вот части гапи, всякие книжки, это прям точно оно. Короче, в целом, типа, сейчас с хаосом ты можешь увидеть айтемы из любого пула. Примерно с одной и той же долей вероятности, грубо говоря. Поэтому там у тебя и ангел падает, и дьявол падает, и все что угодно падает обычно. То есть ты, скорее всего, за весь забег, если начнешь с хаоса, увидишь все айтемы. Я думаю, там у Энвилоса где-то хорошо, наверное, видно по его забегам. Типа, что он получает за весь забег. Там, скорее всего, просто из всех пулов айтемы видишь. Что у него реально там обычно, типа, и какие-нибудь и пару найдет, и что-нибудь с ангела, еще какую-нибудь хуйню найдет. У него там забеги, ну, всегда с чем-то идут. С чем-то разным. То есть там прям разнообразие много по пулам. А раньше хаос был, ну, просто хуйней абсолютной. То есть ты видел один и тот же као почти всегда. Это очень сильно расстраивало. Но бывает все равно, хаос все равно может срать. У меня все еще бывали раны довольно плохие с хаосом. Типа, это все еще, конечно, не гарантия успеха, но... Но в целом, типа, я думаю, как раз таки ранний хаос — это хорошо. Когда у тебя забег только пошел в самом начале, то это наоборот хорошо. Это вот на полпути брать хаос, наверное, наоборот, смысла нет. Особенно перед сделками брать хаоса нет смысла, потому что у тебя сделка будет хуже, скорее всего. То есть хаос, он
Может, там улучшить, например, какой-нибудь айтем там с босса может улучшить, или там айтем из магаза, но сделку, наоборот, он скорее обосрет. То есть там обратная ситуация. Бля. И не нажал, господи, вечно нету реакции на... Так, я надеюсь, я найду сейчас сделку. ХП солю и возьму кости. Же был у меня уголь? А, уголь у меня с этого. От дьявола, точно, я же Крамбуса видел на первой сделке, потому что я нажал Джокера. Все, шиза уже пошла ранее. Experimental pill. Неприятная таблетка. Ладно, терзу-то я сделаю, наверное. Терзу-то я, по идее, разберусь. Блин, я надеюсь, сделка будет. Я не хочу терять три красы просто так. Это было бы очень, не очень. Просто просрать. Не-не-не. Блин, блять, не дали сделку. Увы. Ну хотя погоди, там еще есть это. Самое. Еще керса есть. О, как раз я могу на входе в керсу нажать. Карту. Карту, таблетку. Это же спиддаун, кого-то спиддаун. Оставлю один контейнер. Вдруг пригодится. Да я знаю про сердце черное, я помню. Так, слово, вот. Это был Hellsdown, теперь он стал iPhone Pills. Потом спрашивал, что будет. Вот что будет. Не может быть на одном хп Hellsdown. Я, по-моему, был прикол с лошадиной, по-моему, таблеткой Hellsdown. Она что-то могла делать. По-моему, не убивать, но она могла тебя, по-моему, на пол синего хп оставить. Если это так оставили до сих пор. Там, по-моему, если у тебя было 2 хп красных, наверное, то она могла быть хелсдауном. Тебя на пол синего оставить. Такое вроде было. Такое вроде было. Это было давно, и, возможно, уже по-другому работает. Вообще, может, так и оставить. Не помню, чтобы их меняли. Да ёб твою мать! Блин, завис нахуй в этом камне ебучем. А, кстати, я могу его этой хуйней бить. Удобно. Без зикуа. А, ну очевидно. Сделку шанс не... А, кстати, почему до сих пор нету Hellsdown? У меня же 2 красных, по идее.
Или типа он костяные не учитывает? А еще я забыл шайду на зверя, кстати. Вообще забыл шайду на зверя. Ну ладно. Вроде особо ничего не меняет. Пока что. Опа. Вообще, если был бы Карбеттери... С Карбеттери это может быть смешно. Это может быть смешно, если будет Карбеттери, но Карбеттери, думаю, не будет. Ломка, ну, такая. С таким запахом... Говна маленько. Больше говноломка. Ну, как бы да. Типа, если у тебя есть D1 на карбетере, ты получаешь всегда две батарейки мелкие. Ну, гарантированно. А там, если везет, то еще можешь получить мега-батарейку, можешь нормально получить, можешь какую-нибудь батарейку на минус хп получить. То есть там всякие разные. Ну, а сломать обычно можно, да. С D1 на карбетере все еще можно. В теории сломать игру. Просто очень-очень долго и очень-очень-очень нахуй нудно. Я, по-моему, один раз за 3 года это делал. Потому что это нереально душно. Поэтому обычно я на это не веду сильно. Батарейка прикольная. Батарейка хорошая. Ладно, давай еще скорость понизим. Соник. Грибы суровые стали в этой игре, конечно. Когда их уже обратно починит. Чего они так пердят? Это песня из моего плейлиста. Нет, там стереофоник, там не стереосоник. Хотя почти. В целом близко. Большой этаж. Не, Б3 просто опустошает красное. Костяное красное. Блин, надо было бомбу запушить. Вторая секретка, по идее, должна быть. Давайте проверим. О, конечно, мало. Доломать уже гостиную на самом деле. Чтобы на синих остаться, чтобы еще тебя заполучить. Пока хп не надо брать сверху синее. Можно тринки-то искать. Плевать. В принципе. А, ну вот тут можно и поломать, кстати. Раз оно. Давай. Главы Крампса я уже вроде видел. Нет.
Хотя... Это да. Мне на подъеме она поможет неплохо. Тупики глупые доджить. А, бля, чуть тринкет не задиплил. Да сука. Да ты, еще не помню, куда я иду. Хрен его знает. Мы идем в тупик. Тем более, учитывая, что у меня еще и уголь, то вдвойне неплохое этому. Смерти. Птица пятница пошла, видимо, со вторника. Таблетки пиздец говно в этом сиде. Я в ахуе. Ни одного ни лакдауна, ни шотспиддауна. Просто ничего, что я могу использовать. Только, блядь, минус скорость и минус тирейт весь забег. Это жопа. Охуительная сделка. Может быть, карта пора уже диплить. Дальше с карты пойду.
Я потеряю фолс по хд. А я не могу его терять. Я потеряю весь свой дэмэдж. Использовать. Сносит пока что, конечно. Не весь дамаг это фолс по хд, у меня вообще ноль айтемов на дэмэдж. Ноль. Ни одного. Нет, не мясо. Мясо это стартовый айтем. Стартовый айтем и не удаляется. Да, у меня дамаг весь с фолс по хд. У меня будет 3 дэмэджа, наверное, или типа того. Два дамага стартового. Охуеть просто. Так что нет, старт-карта точно никак вообще не юзается никаким образом. Вообще никак. Суицидальная миссия. Зайти. Окей. Ага. О, это теперь могу пользоваться, окей. Господи, вот они, таблетки нормальные. Дождался. Дождался. Надеяться, что-то, конечно, можно, но что-то нереально, но... Надежда вещь такая. Срабатывают редко в этой жизни. В принципе, ни на что не надеяться. Сука. Будь говна. Окей, то хотя бы что-то на зверя. DPS еще. Да вот это неплохой, в принципе, наверное. Типа 8 урона. Через кап почти. Потому что не так и все уши плохо. Как-то все идет медленно. Ну, сегодня там закончим на забеге. Он сегодня наигрался уже. А, я сюда не ходил. Интересно. Привет, Моран. Удивительно. Это позитивное. Семья. Семья из чабиков. Чабики, чабик побольше. Давно такого не видел, чтобы их в одном забеге мог собрать. Причем чабик мелкий на первом слоте. Ну, кстати, тут, наверное, правильно. Наверное, даже правильно, что он на первом слоте. По идее, более, наверное, полезный. Или проще пользоваться как минимум.
Так ты умираешь. Блин. Ну, это было очевидно, в принципе. Да, могу у нас сделать, в принципе, орбиталку одну, чтобы просто синий хп сделать полное, без красных. Что мне все равно красных хп нахуй не нужны. Ну да, что-то часть мидбоя хоть сделаем. А хотя погоди, я могу сделать даже мидбоя. Я забыл, что у меня еще импрежа осталось. Правда, он будет не максимальный, да? Это печально, что он будет не максимальный. В принципе, тоже неплохо. Ладно. Это польза, эта карта есть. Хоть карту реализовали. Спасибо, Настя. Спасибо за поздравления. Все проверил. А, там был автомат, кстати. Ну ладно, я не думал, что что-то прям было сильно хорошее. Это что за карта? Это Ace of Diamonds, да, по-моему? Херня. Плевать. Опа. Кровать. И бомбы. Нужна одна бомба нужна даже. Я с D1 могу вторую сделать. Нужна любая бомба. Все получится. Ах ты ж, блядина. Чем запал заряженный ключ? Не знаю. А, рума активная. Можно на дверь просто пернуть, но это, по-моему, ее не откроет. Это самый сильный забег за последние 15-20. Такой-то, наверное, юмор сложный. Итак. Итак. Наверное, можно. Этаж перезапустить. Если там особенно будет еще и вторая кровать. Было бы совсем хорошо. Окей. Okay. Попал. Хотя бы. Таблетки не помню. Что это за таблетка? Я такую ел уже, наверняка, просто не помню, что это за таблетка. А минус рейндж. Range down. Пока еще можно. Хотя мне дальность, в принципе, полезна. Мне дальность это на уголь хорошо работает. По идее. Вот тут будет бомба. Блять, не убивай его. Блять, ебаный хуесос. Сука, блядь. С фулл хард дэмэджем так хуета дамажит. Что-нибудь, по-моему, заканчивается игрой. Прижай мне. Бомбу. А, заебись. Я ее не заряжу. Охуительно. Это охуительно, то есть все. Пошел я нахуй.
Ну, пошёл я нахуй. И там один заряд остался. Интересная история. Из даты день. Еще варианты есть. Эта хуйня есть. А, ну вообще я могу с Библии за пол хп зайти. А, правда, что я зайду? Я же актив-то забрать не смогу с собой. А, стоп. У меня тринкет прокатил. Блин-ка, страшно. Тебе даже, наверное, полезно. Окей. Злом. Повезло. А где тринку выкинуть, наверное? Так, теперь... А! Я теперь не могу это купить. Ну, хотя, с другой стороны... Нет, это я не буду взорвать, это же автомат поломан. Вот уже поломан. Это все еще бесплатно, в основном зайдем. Ухуй. Ну, тут реально был заряд, кстати. Приятно. Я думаю, не буду уже второй раз на этаж проходить, в пизду его. Хотя, если будет вторая кровать, по-моему, может прикольно будет. Если я второй раз кровать найду. Ладно. Две кровати. Даже не одна, а две. Это прикольно. Это прикольно. А, тут уже денег нет. Там что будет, то будет. Там. Да один с собой заберу дальше. Кажется, я наигрался. Уже заканчивается. Кусаться в ратный день сегодня в этой игре. Ой, ничего не вижу. Карту не оставил. Могу еще карту делать, только не знаю, что там могу найти. Какую-нибудь странную карту, может. Вариант. Какую-то на стороне карту могу найти. Будет еще получше, чем импресс. Ну, я вообще не скипал этому руму на этом сиде. Сестры, их жив день не говно. Ну, в какой-то степени. Шары огромные за континиума. Зерву. Ну реально забег на пол с похода. Пиздец. Причем я его нашел, по-моему, с Керсы. Под фолс ПХД. Его еще могло и не быть в этом сиде, в теории. Блять. Тот самый фолс ПХД. Из-за которого я стрик слил один раз, когда я его не смог взять. Потому что в забеге тоже не было вообще нихуя стат. Просто нихуя. Планетария не было. Да я планетария не собираю, мне похуй на планетария.
Этим занимаюсь крайне редко обычно. Того не стоит абсолютно. А еще я проебал Тринку, да? Вот это я походу проебал. Ну ладно. Даже забыл, где я где-то выкинул, а потом забыл ее забрать. Потому что карты и Тринки одновременно выкидываются. Плевать. Насрано. Тор. Музыка порой всякая играет, но бывает и ламповая, наверное. Как пойдет, скажем так. Таблетки пришли. Наконец забега. Начали давать таблетки, которые можно есть. У меня уже 10 урона, и у меня... Опять же... 10 урона, у меня ни одного айтема на урон. Ни одного. А, ну ладно. Напиздел. Картошка. Ёбаная картошка чистка. Охуеть, плюс 0.3 урона получил с нее, наверное. Или там сколько, 0.2 на урон дает. Не помню, 0.3. Не помню. Короче, ладно. Напиздел. Дэмэдж ап один все же есть. Мясо, но мясо оно стартовое, мясо не считается. Это то, что я нашел в забеге. Там мясо, по-моему, тоже дает, как картофелечистка. Примерно так же почти. Может быть, чуть больше. Надо чуть-чуть больше, чем картошка чистка, наверное, дает. Ну а да, стуи там всякие эти. Угли. А, кстати, да, у меня сейчас стуи есть. Ну ладно, формально, да, уголь. Стуи тоже можно все-таки считать за DPS-ов. В принципе, это, наверное, правда. В этой степени. Просто их не видишь в статах, поэтому не особо учитываешь, как что-то полезное сильно. Ну так, да, DPS, в принципе, по итогу этот хороший. Но, опять же, если не было бы фолс ПХД, была бы хуйня полная, по-моему, все равно. Потому что я получил где-то урона 6, наверное, с фолс ПХД. То есть больше половины урона это фолс ПХД. Не понял прикола человек-яйца. Там нет никакого прикола, просто человек-яйц. В этом весь прикол. Просто прикольная песня. Прикол без прикола. А, вот это, там же нет музыки на ютубе. Может, поэтому непонятно, может быть. Там, типа, да, есть такой трек великий. Можно не спать. Стример don't leave us. Я сейчас точно вас покину, как минимум до завтра.
Все равно покинул. О, коробка в коробке. Если тренинг на них. Можно и взять вообще. А это все равно же не будет работать, наверное, нормально. Так, да, но и так бесполезно. Только зашел. И уже опоздал, получается. Предфон. Ёпта. А, там реально пургатория прямо в телеке, охуеть. Прям внутри заспаунилась. Еле ее увидел. Вот сейчас по этой сложнее. Вообще не понимаю тайминги из этого стопотча. Да куда идти? Как ты не загрелся, алё? Тайми двое. Была жесткая пауза. Ничего не поломается, только пауза. Ненормально. То я боюсь этих транзишенов. Так, опять рубрика «Ищем пургаторию». За текстурами. Нашел. Снова ищем. Снова не видно. Нашел нахуй. Где она? Алло. Какашки реально спавнится. А, какашки тоже пошли плавать в лаве. Логично, в принципе, наверное. Аналогично. Тут мухами. Охуеть, куда, блядь, идти? Все в ебаных мухах. Кстати, реально. Чабик как будто ускорился, да? Который толстый. Чё? Почему? Это из-за этой комнаты, что ли, так работает? Только в этой руме. Странно, я даже что-то внимание не обратил, пока не сказали. Видимо, из-за говнофизики так работает. Реально. Ну и чушь. Да, у них, по-моему, почти, или почти, или абсолютно одинаковая скорость. Ну, может быть, чуть медленнее второй чабик. Прикол. Ну ладно. Странная херня. Так,
пушкам. Потом кал сгорел, с него деньги посыпались. Тупно. Вторая фаза. Вторая фаза. Сегодня без смешных атак. Сколько забег шел? Час почти, охуеть. Офигеть, это был хуёво ран. Так, ну ладно, 204 гам.